Всем привет! Мы снова на адресе, у нас снова начинается рабочий день. Сегодня такая вот работа. Меняем этот полотенцесушитель. Вот. На такой народ решил, там с полочками всякие. Повыше его сделаем, потому что молодежь высокая. Ну, на этом же месте другой. Сейчас вырежем стояк, бабахнем трубу, поменяем эти краны на другие, на Бугатти. Ну, Джекамень, Бугатти, в принципе, и те нормальные. Все останется на этих же местах, коллектора будут и разводка вся. Здесь будет поскромнее, чем были мы квартиры ниже делали. Тут такой проект, ну, просто, я не знаю, идиотский, я считаю, проект. То есть, посмотреть, какая ванна, это ванна. Здесь будет смеситель, вентиляционный короб. И вот это туалет. Не знаю, вот эта труба, это бред полный, я считаю. Тот, кто делал вот этот вот проект, это полный бред. Вы охренели, что ли? Начальника! Это что такое? Не ругайся! Это что такое? Не ругайся! Начальника! Скажи все тебя! Все исправим, начальника! Начальника! Я просил вас сделать в стиле рококо, вы что мне сделали? Ко-ко-ко! Ко-ко-ко вы сделали, а не рококо! Ко-ко-ко! А мы не снимали там, Ася, на другой квартире? Нет, не снимали. Блин, нет. Мы там... Ну, заснимем потом. Мы потом заснимем вам проект другой, который мы тут делали в другой квартире. Это, в общем, такая же квартира, такая, только другая. Зеркальная. Да-да-да. Вот, это сегодня установка инсталляции. Вот такой гиперит. Она немножко получше, чем в прошлый раз. Или мы в прошлый раз тоже ставили? Нет, там в прошлый раз какая-то другая была. АМПМ была. АМПМ, да. А это гиперитовская инсталляция. Они, в принципе, все по установке одинаковые. Ну и все равно покажем. Да, покажем. Сегодня скромно, быстро сделаем. То есть начало и конец. Все, коротко. Что было, то что стало. Да, все, начинаем работать. Все, не отвлекаемся. Нет, мы не отвлекаемся. По волшебному щелчку у нас все готово. Практически все. Вот теперь все готово. Вот теперь у нас тут. Блядь, лесобратки опускали. Вот это там копошится. Все, канашку соберем. Вот. Что еще? Так. Ну, трубу, наверное, прокинем. Такая схема, да, трубу прокинем. Всегда делаем так, сразу говорю, в трубе нет никаких ни перемычек, ничего. Все и так прекрасно работает. При условии, что если вдруг полотенцесушитель где-то на другой стороне длинной ветки, мы делаем немножко по-другому. Но это уже в другой серии будет. Поэтому... Все будет работать прекрасно. Ванна жесть. Да. Так и назовем. Ванна жесть. Проект дома просто капец. Да. Ладно. Продолжаем. Вот такие стояли краны. Почему мы их меняем? Потому что какие-то тонкостенные. Строители ставили такие краны. Ну да, то есть это дешевские, дешманские. Это вообще, не знаю, что-то. Смотри, детские какие. Я даже не знаю, что это такое за фирма. Так, вот теперь инсталляция гиперит. В прошлый раз мы говорили о метках на гиперите. Да. Вот метка, вот метка. Прямо указано. Метр от ножек, от низа ножек. Все, все здесь. Даже указано, что заземление сделано. Ну, гиперит получше сделана инсталляция. Все прям. А потом станет краник. Вентилек. У кого краны, у кого здесь. Здесь такой вот вентилек.
махонький. Вот весь комплект. Сейчас будем собирать ее. Но ножки, еще раз говорю, удлиним на 2 сантиметра. Потому что будет пол выравниваться, кафель, все остальное, это примерно 2 сантиметра. И когда в чистую будет висеть унитаз, он будет как раз на 40 сантиметров висеть. Вот такие пироги. Дом в строительстве, все строят, все сверлят, дуют. Сегодня у нас работа по щелчку. То есть каждый щелчок какая-то работа. Сам процесс не буду показывать. Кому-то, если интересно, расскажем. Короче, для вас это секунды, а для нас это... Ну да, рабочий день. Минуты. Да. Значит, щелчок. Штроба готова. Стена бетонная. Монолитная такая. Вот, без фанатизма, потому что смеситель будет из стены. Вот у нас маленькая машинка. Я буду щелчок раз, и провода прокинуть. Вот, все, процесс идет. Все дальше. Да, продолжим, сейчас будет щелчок. Перчатки плохо щелкают. Ну вот, видите, по щелчку осталось только канализацию соединить нам, подогнать. Сейчас это приблизительно. То есть сейчас мы ее обрежем еще, как крепеж. Все по уровню. Вот. Так и так. Да. Плюс-минус автобусная остановка. Нет, вентиляция на самом деле делается идеально по уровню. Во всех плоскостях. Но есть на некоторых унитазах все равно эксцентрики. Прикрепления пластиковые. Значит. Сегодня, как мне оператор, мой напарник, вот сказал, пилотный выпуск, быстро, все по щелчку, потому что в основном все как бы для нас это привычно. Как это все делается, как подробно и все остальное, это будет уже, кому интересно, пишите в комментарии, мы ответим все остальное. Расскажу про эти выходы два, если вдруг кто вопрос, это на гигиенический душ будет. Какой он будет, мы еще не знаем. Поэтому трубу вывели так. Это для водонагревательного бака. Здесь построится короба, бак будет закрываться, все. Поэтому, но мы еще тоже не знаем, какой будет бак. Поэтому ветки мы всегда выкидываем запасом. Вот сейчас баки пошли и справа холодные, и слева холодные. Вот. То есть пока так. Это все, скажем так, все это пока скелет насчет этих труб. Вот все это будет крепиться. Здесь все выведено, инсталляция приподнята на 2 сантиметра. Чтоб быстро под кафель. Здесь, значит, все рамки мы установили. Там все проверили. Это для маляров отделщиков, чтобы они знали, где там кафельщиков прорезать плитку, чтобы видно было. Вот. Все запенили. Почему мы пеним? Ничего страшного, пены потом она меньше, здесь все потом это заштукатурится, все это заделается, вода туда попадать не будет. А то многие могут подумать, что она там, как она правильно-то, гидроскопично, да, что она там впитывает в себя влагу, да, впитывает, но здесь немножко другой вариант. Вот, трубы прокинули, строители, конечно, я говорю, вот у нас главное показать... не знаю, жесть вот этого дома, этих квартир, что вот так вот сделали строители. Канализация, конечно, задрана просто очень высоко. Это почти тут 13 сантиметров. Это, не знаю, придется поднимать ванну выше. Вот. Однозначно. Ну или договориться. Да, здесь еще клапан будет стоять для сборки. Бака нет и клапана нет. Вот. Все сделали, вода уже есть, краны поменяли на другие. На кухне краны не стали менять, потому что хозяева решили не менять. Еще раз говорю, мы работаем с заказчиками, с хозяевами. Прежде чем приступать, обговариваем все. Где что будем делать. Даже встречаемся по несколько раз. Ну, вот практически и все. На кухне мы там тоже вывели трубы. Там будет кухня потом.
Ну вот такой вот у нас проект сегодня. Быстро, да, время уже 3:30, так что вот с 9 до 3:45 примерно мы это все и увидели. Все сделали, раскинули. Ну, на самом деле не сложно. Самое сложное было выштробить эту стену, потому что она монолитная, под рамки. Если бы не наш перфоратор, мы, конечно, бы умерли. Ну, вроде все. Это труба для забора воды, для маляров. Они придут, воду откроют, и она будет там бежать. Ведер нет, ничего нет. Планета населена роботами. Они были киборги! Они заполонили всю планету! Они киборги! Они киборги заполонили всю планету киборги! Они. Александр! На сегодня. Ну, кому нравится наше видео, вперед! Подписи, записи. Ну, кому не нравится, те назад. Ну все, всем пока. Погромче.